Сегодня актовый зал в городском налоговом департаменте на несколько часов превратился в театр. Восточные красавицы и цыганский табор танцевали для фискалов. Так артисты Государственного кукольного театра Алматы поздравили налоговиков с профессиональным праздником. Налоговой службе Казахстана исполняется 21 год. Поздравить налоговиков приехал и аким Алматы Ахмеджан Есимов. Городоначальнику презентовали 20-минутный фильм о новых проектах, разработанные собственными усилиями с использованием IT-технологий. Нововведения позволили увеличить качество предоставляемых услуг и объем поступаемых налогов, заверили фискалы. Если в 2001 году Алматы обеспечила налогов в размере 126 миллиардов тенге, то за последние три года мы перешагнули рубеж в 600 миллиардов, а по итогам 2011 года перевалили за триллионную отметку, обеспечив поступление в размере 1 триллиона 27 миллиардов тенге. Настоящим подарком к празднику стала новость о том, что глава города распорядился выделить 150 миллионов тенге для переустройства центров обслуживания в Ауэзовском и Турсипском районах. Ваша задача – построить отношения с налогоплательщиком таким образом, чтобы после общения с вами людям было приятно платить налоги. Для этого, наряду с профессиональными навыками, требуется воспитывать в себе культуру общения. Впрочем, оценить качество услуг налоговиков может каждый алматинец. Для этого надо нажать соответствующую кнопку, расположенную у каждого окна инспектора. Ежедневно сотрудники центров обслуживают более 7 тысяч налогоплательщиков по 50 видам налоговых услуг. В год здесь оказывается более 2,5 миллионов государственных услуг. Налоговые поступления в государственную казну с каждым годом только растут. В первом полугодии этого года тоже план исполнили мы на 103,5%. Собрали 507,5 миллиардов. Это по сравнению с прошлым годом мы больше собрали на 68 миллиардов тенге. То есть темп роста составило 114% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аким также отметил, что наш город самый крупный донор государственного бюджета. За первое полугодие текущего года почти 30% республиканской казны составили налоговые поступления Алматы. Собрать такую сумму удалось благодаря устойчивому экономическому развитию мегаполиса. В Алматы наблюдается рост производства в промышленности, в транспортной сфере, в связи и в строительстве. Положительный эффект в части налоговых поступлений дает и легализация субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня субъекты имеют реальную возможность производить и реализовывать товары, соответственно, получать доходы и платить налоги. Иными словами, бизнесмены обязаны воспитывать в себе социальную ответственность. И этому их надо учить. Налоговым органам уже недостаточно просто проводить жесткий мониторинг и налоговое администрирование. Нужно уметь вести диалог с бизнесом. Налоговики должны выполнять не только фискальную роль, но и быть финансовыми консультантами, особенно если предприниматели принимают участие в важнейших государственных программах. Ахмеджан Есимов поставил перед налоговой службой еще ряд задач. Одна из них – проверка законности приобретения дорогостоящего имущества горожанами. Тем более, что скоро будет введено всеобщее декларирование налогов, а основная доля имущества казахстанцев, по которым необходимо выяснить их происхождение, находится в Алматы. В завершение глава города отметил, что и дальше будет поддерживать работу налоговиков, направленную на улучшение качества услуг. Айгерим Абдибек, Бауыржан Черембаев, телеканал Алматы.